Это что, апельсин у тебя? Да. Всем доброе утро. Доброе утро. Суббота. 12 часов почти. 12 часов. Я пододетая. Короче, дело в том, у нас наша полянка плешивая почти растаяла. Надо сейчас раскидать один сугроб, который остался. И вечером, когда он подтает, посадить газон. Там зачистить всю территорию, граблями сделать порозочки и засадить газон. Надо дай игрушку. Бери игрушку. Джон, иди возьми игрушку. Джон, иди сюда. Джонни, бери игрулю. Джон, бери. Игрушка где? Вон игрушка. Игрушка. На. Бубу бери. Всех вытащил. Разом. Так. Давай ботиночки на лоб. Ну, вот она. Эта кучка. Сейчас скидать его. А крыша у нас протекает. Потому что надо менять гидроизоляцию. Из грязные ботинки стоят. Ой, моя. Мы все почистили. Практически. Практически все собрали. Две тележки всякой грязи. Теперь вот надо раскидать снежок, чтобы он подтаял. И можно идти за газоном. Будем садить не по технологии. Ну, как понадо там газон садить. Будем садить. Что вырастет, то вырастет. Просто чуть-чуть еще подмочим землю. Раскидаем. Продается кусочек снега. И раскидаем, и что вырастет, то вырастет. У нас здесь трава растет как бы хорошо, но хотелось бы еще плотнее слой. Для этого и раскидаем газон. Посмотрим, что будет. Опа. Смотрите, какая у нас чухня тут. Весь грязный. Еще один грязный, он сидит, меня марает тут. Две чухни на улице гуляют. Все поперемазались. О, снег. Вход пошел снег. Вкусно? Видимо, очень. Ой, балбес. Ой, балбесина. Помогает папе раскидывать. Иди посвежее найди кусочек. Ты что, не дораскидал? Или ты освободил место? Погода сегодня пока шепчет. Будем надеяться, что так и будет. Хотелось бы солнечных выходных. Когда солнце есть, есть настроение. Солнца нет, настроение так себе. Так, хорошо, заканчиваем, короче, мы здесь со снегом и топаем за газоном. Так, сезон вытяни самостоятельно позвоночник начинается. Коля положил щеки на плечи и началось. Он держится, он больше не держится. Все закончилось очень быстро. Никто не пострадал. Так, ну сейчас повешу я. Это когда-нибудь видели рыжих голубей? Они то ли машину охраняют, то ли что. Гуляем, покупки совершаем небольшие. У меня новый житель.
в новом горшочке. Ай, смотрите, какой красавец. Мы ему купили керамический горшочек маленький, такой весеннего цвета. И он уже распускается потихоньку. Я его сразу пересадила, земельки туда добавила. Как называется? Гиацинт. Постоянно забываю, как он называется. И еще к нему уже сюда на стол я купила еще одну штуку, но мы ее раздолбали, поэтому Коля сейчас будет ее клеить. Ой, вот, смотрите. Это кролик пасхальный. Фикс прайс купила, но Коля нечаянно отвалил у него ухо, поэтому сейчас приклеим. Будет, ну, должно быть нормально, короче. Сейчас суперклей. Купили мы газон, мы же за ним уходили. Вот такой вот в Диксе взяли. Русский огород его выпускает. Спортивный газон. 269 рублей. Рассчитан он на 20 квадратных метров. У нас примерно столько и есть. Сейчас сверху посмотрим на него. Сегодня уже не стали садить, потому что не растаял снег. Угу. Мы думали, что все растает, но не растаяло. Сейчас идет дождик мелкий, поэтому сейчас все растает однозначно. Завтра утром выйдем и посадим. А пока я нарезала стаканчики для рассады. Вот так вот я делаю отверстия по бокам. Срезаю верхний плотный край, чтобы больше стаканчиков влазило в ящик. Иначе ящик из-за толстого вот этого края входит очень мало. И еще я купила себе куртку весеннюю. Я хотела, конечно, пальто купить, но получилось на мой размер купить только куртку. Классный цвет такой, мне очень нравится. Он такой светло-оливковый. Вот. Такая вот курточка. Она длинненькая, но уже такая. Тоньше пуховика, конечно, вот, и что пуховик, это уже все, это очень плотно. Я его постираю и уберу. И здесь вот такой вот ремешочек. Дешевенькая курточка, ну как дешевенькая? Ну, из эконом-варианта такое, 3600 стоит, вполне дешево. Будь здорово! Спасибо, точно, вполне дешево. Так, ну все. Цветочек пересадили, значит. Хинкальки Коля сегодня варил у меня. На пару делал. Кстати, лайфхак, да? Как варить хинкали на пару? Если у вас все прилипает к пароварке, к мантоварке или еще к чему-либо, берете вот такие вот кусочки, вырезаете из пекарской бумаги, пергамента пекарской бумаги, кладете их под каждую манту, под каждую мантюшку, вот, например, вот манта, и тогда она не прилипает никуда и здесь хорошо отходит. То есть вот, видите, все оно, вот, все, ничего не прилипшее, вообще ничего прилипшего нет. Это очень классно. Вот, и при этом все проваривается. Это уже просто вторая партия была манта. Первую мы съели. А еще я купила себе полотешко на кухню новое. Сиреневого цвета. Цвет весны нынче у меня сиреневый. Мне еще хотела заменить тарелки, а то у меня такие тяжелые тарелки сейчас обеденные. Они именно покупались бордового цвета на зиму. Знаете, когда такая что-то все новогоднее такое хочется, все красное, бордовое. Такое все тяжелое какое-то, увесистое, по-зимнему, так сказать. Вот, а сейчас уже, когда весна, хочется легкости, хочется чего-то такого. Поэтому, скорее всего, я куплю две тарелочки и заменю. Что, пошли садить? Пошли, садись. Вот у меня еще тут для... Ну, короче, малярный скот закончился. И для полива очень удобно бутылки вот эти вот со спорт-режимом.
Они дают маленькую каплю. Пошли садить. Так происходит процесс. Нас уже Джоня опрокинул. Спасибо Джонику. Спонсор всего ссора вокруг. Это ты. Уши грязные, надо почистить, кстати. Коля у меня набирает. Потом я проливаю, делаю отверстие. И уже сажу. Сегодня буду пересаживать астры. Вот те первые. Вот. Они идут такие вот уже стаканчики готовые. Потом ниже будут продаваться. Петуния пересаженная уже внизу. Места не хватает. У нас получается мы будем убирать диван куда-то. Ну, в комнату, возможно, эти все. И здесь вот будет еще, получается, большой вот такой стол. Надо будет организовать сверху освещение. Отсюда уберем освещение. Организуем сюда сверху освещение. И будет здесь пока. Без теплицы, конечно, плоховато. С теплицей было бы удобнее. Вот. Но опять же, теплица, любая теплица, ее все равно, мне кажется, в апреле нельзя оставить просто так. Да? Ее все равно пришлось бы топить. На улице-то вон дубак сейчас. Ну, ночами-то, вечерами дубак. Если днем еще тепло более-менее. Хотя мы, знаете, сейчас с магазина, долго в магазин ходили пешком. 6 километров, получается, прошли туда-обратно. Возвращались, уже было холодно, хотя было 4 часа дня. И ушло солнце. Такой ветер начался и... Стало очень холодно. Поэтому растения я бы, конечно, не рискнула. Они тепло любят. Вот. Но скоро станет тепло. В мае их уже можно... Не в мае даже. В конце апреля. Мы на уже... многолетники-то уже можно будет скоро на улицу. Да, мы выносили уже их на улицу. Даже петуни. И они очень хорошо там росли. То есть... Май весь они будут уже на улице жить. То есть нам один месяц буквально их здесь подержать в доме, в тепле, светом организовать, и все. И дальше они уже на улицу уезжают. Месяцок поживем вот в таких вот спартанских условиях. Ну а столы нам в любом случае надо колотить. Но у нас нет вот этих вот досок определенных, которые нам нужны. Мы их в строительном сегодня посмотрели. Но нужна машина, чтобы забрать. Поэтому Коля, когда поедет домой на машине, закинет их и привезет сюда. Уже сделать все до конца. Так, тут Коля пока фасовал, мне кружку оставил, заклеил мне зайку. Сейчас фокус поймаем или не поймаем на зайке фокус. О, видите, да, мы тут чуть-чуть подмазали. Но все равно как бы видно. Ну, я и не надеялась, что прям полностью не будет видно. Но вот так вот. Вот. В принципе, здесь немножко видно. Я еще что-нибудь попытаюсь подмазать чем-нибудь. А так, в принципе, для пасхальной, так сказать, темы. Очень даже с этим штрихом подмазываю. Подмазываю, потом палочкой стираю. Я тут чай попиваю. Ну что, земля у нас практически закончилась. Что я сделала? Заморала полы, конечно. Добрый вечер. Это два моих помощника. Рассадила астру. Одну, вторую. Два контейнера. И вот у меня 9 кассет осталось. Это вон я петуньку подготовила. Рассажусь сейчас. Вот. И на сегодня все. Таких вот... ящиков вот таких вот с астрами мне еще надо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь где-то таких ящиков еще. Ё-моё, 8 ящиков. Что-то я с астрами баханула, честно говоря. У меня, блин, петуний столько нет, сколько астр. Куда я девать буду? Я вообще не знаю, продаются они. Ну, как они, популярны, не популярны. Если про астры и бархатцы, я как бы знаю, примерно понимаю. Но это я вообще не понимаю. Не знаю.
Бахнуло, так бахнуло, конечно. Работы, честно говоря, много очень по посадке сейчас. Но сил на все не хватает. И полежать хочется, и погулять хочется. По улице, я имею в виду. И еще вот уборка. Там на первом этаже сегодня полы помыла. Из уборки все, блин. То есть вообще ничего не успеваешь, блин. Либо нерационально распределяю время. Что, скорее всего, наверное. Так, ладно, я подмажу шукролик. Вниз спуститься. Время, кстати, уже 10:30 вечера, блин. О, может, эту морковку ему подложить еще. Морковка, свечка. Будет рядом. Так, Коля тут еще в танке играл. Прикольно так. Ну вот, готовый зайка. Стоит теперь с цветочком. Там вот салфетки что-то вывалились. Так, вот это все. Прикольненько. Ладно. Ой, у Коли что-то. Че, Коль, с тобой? Ты маску? Сухая маска для тебя. Закрытое лицо. Рука лицо у него. Время 12:05. Мы досматриваем жуков, сидим и ложимся спать. Завтра еще один выходной, и это кайф. Самый кайф выходной — это вот спать. Вот это вот утро, когда ты просыпаешься, такой. Коля проснулся сегодня в 7 утра. И такая, я спрашиваю, сколько время? Он говорит, 7 утра. Я такая, блин. Как это прекрасно. И, короче, в следующий раз мы встали в 11. Вот так вот. Поэтому завтра ждет прекрасное досыпание утреннее. Всех любим, всех целуем и всем спокойной ночи. Николай? Peace. Виктория. Пока-пока.